Большинство паркурщиков не в строю, и Брэки хочет, чтобы их место заняли разведчики, то есть я. Нам надо добраться до следующего груза, прямо перед закатом. Джейд ведет меня в курс дела, это будет совсем несложно. Всем привет, дорогие друзья, вы на игровом канале Железное Сердце, мы продолжаем прохождение игры. Дайлинг Лайт или чип-чуп того. Нам надо идти и забрать груз. Опа. Мы уже дошли до груза. Прикольно. Пошаримся, тут что нужно найдем. Деталька. Так, давай открываем. Отлично. Профессионал. Ништяк. Ну, чуваку не повезло. Кто-то уже был. Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. На бедняге не повезло. Так, ну чё ж, мы на месте груза. Добежали. Напоминаю, вы на моем канале Железное Сердце. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавлять это видео к себе в избранное, делиться с друзьями. Ну и оставлять комментарии под видео, само собой. Так, сейчас обследуем все, потом возьмем грузик, подберем. Захомячим. Блин, вот это вот плохо, что он сразу начинает жрать. Лучше бы он к себе убирал, прятал все это дело. Ломчик. Кеды. Ё, чё ты куда орёшь-то? Хорошо, что этот дом забаррикадирован, кстати. За дверью прям. Я к ним не пойду. Они мне не нужны. Меня вообще не радует как-то. Так, ну, недавно вышел, кстати, патч обновлений. Юх, кто и упал. Который пофиксил какие-то там, как сами разработчики говорят, баги в игре. Но сейчас мы посмотрим. Потому что в предыдущей версии, когда запускалась кат-сцена, сейчас, скорее всего, будет. Мне начиналось неверные фризы. Но они, впрочем, я смотрю, и остались. Хотя играя на SSD-диске, видюха позволяет бегать без проблем. Конечно, просто. Что, был не тот чемодан? Конечно. Я думал, мне удастся раньше тут собраться. Что-то я как-то неудачно спрыгнул. Ты что так падаешь-то все время? Кто за тобой не бежит? Как туда залезть-то? Говоря, не помню, я по мосту по этому ходил или не ходил еще. Не ходил. Вот он. Чувачок. Ну, убойная ножка от табуретки есть. Так, бежим дальше. Ребята, возьмите
кстати, воздушный груз. Опа! Упал. Ветер начинается. Привет. Пока. Так далеко бежал, блин, а чтобы теперь возвращаться. Jade Rice's men got here first. Fuck! Okay. Don't try to fight them. Just find the second one. Broken. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. Fuck! Rice gonna be mad. Fuck! Yeah, you fucked up! Anything. Ладно, нафиг у вас, ребята. Я смотрю, там у вас весело. Пойдем к другому грузу. Сказали не ввязываться в драку, значит не будем. Жизни. Сейчас бы что-нибудь сожрать не помешало. Вот он. Пацанчик крутой. Лишь бы не увидел. Так, а что там зелененькое? Пойдем. Почти на месте. Да погоди ты. Я ж не могу вернуться. Че, такой путь проделал. Весь канал смотрит. Айронхат. Понимаешь, сидят, затаив дыхание. Новое. Я не буду туда спускаться. По крайней мере, не сейчас. Ух ты, ё-моё. Это было круто. Ух ты, ёлки. И лопалка-то. Где мой груз? Устаю. У вас мало здоровья. Поищите продукты питания. Может, я чертеж аптечку сейчас забахаю. Есть отличная аптечечка. Еще одну. Про запасик. Так. Ну и где груз-то? Что искать? Выживший погиб. Поспешите ко второму грузу. Блин, знать бы, где этот груз. Было прикольно, когда показывали метками. Чуть не разбился. Теперь что-то вообще не прикольно показывают. Ну что, пошаримся.
Я не вижу, где второй груз. Вообще просто понятия не имею. Судя по всему, сейчас стемнеет. Половица уже поломана. Все поломано. Ножка стула. Отлично. Тут ножка стула у меня цела. Пар. Блин, сейчас сдохнем, и такая неблагодарная смерть будет вообще. Из-за того, что я не знаю, где этот груз. Вот это груз. Отлично, я его нашел. Сейчас будем махаться. Значит, сорюген они. Очистил. Все оказалось намного прозаичнее. Так, ну чё? Мультик опять. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Хоть одну тут для себя оставь. Ну фризит тебя, блин. Jade, I'm at the airdrop. There's no antis in here. Don? Fuck! Fuck! All right. Get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see. Oh, shit. They must have heard me. Вот он, красавчик, а! Нажмите Q. Убежит за тобой. Нифига не видно. Стоп. Чувак, беги. Я устал. Я не добегу. Вы мертвы. Ай, блин. Ну чё ж, пойдем умирать. Пойти-то.
день. Прячься, чтобы вас не обнаружили, да? Будем так качаться. Так это что за дырочка? Это просто дырочка. Вон справа на мини-карте показано, что там кто-то бродит. Монетка. Отлично. Вон уходит. Лазит там что-то. Баллон. Нафиг он тебе нужен? Баллон еще. Баллона не хватало тебе для полного счастья. Давай обходить. Блин, чего друг друга не едите? Отлично, с двух ударов. Во, он меня увидит сейчас. Нифига не видно, вообще просто жесть. Ёшки кот. Спрячься, спрячься. Я уже был близок к тому самому. Что же делать-то? Так, смените оружие. Их там толпа целая. Башня уже совсем рядом. 100 метров каких-то осталось. Рвануть тут, если пырику побежать. Сидеть. Блин, ну там все уже. Thank you.
Спокуха, ребята. Я, конечно, не знаю, правильно я делаю или неправильно. У меня другого варианта нету, по-моему. Они так быстро кушают меня. Не добежал. Добежал. Добежал, да неужели? О, есть. Я все-таки ушел от них. Немножко читерский метод, конечно, я избрал. Читерский в том плане, что... Главное, что я выжил. Очки ловкости и силы удваиваются ночью. Скрывшись от погони ночью, вы получаете дополнительные очки ловкости. Чем дальше вы играете в небезопасной зоне, тем больше очков выживаемости получите. Отлично. Значит, я когда-нибудь научусь уже выходить ночью. Буду смелым. Ну чё? У вас-то хоть пухи есть. А я вообще голышом по улке гуляю. Так, уровень силы. Ваше тело становится крепче и может выдержать больше урона. Так, бросайте во врагов оружие, нанести серьезный урон. Дважды коснитесь правой кнопки мыши, чтобы прицелиться. Затем нажмите левую кнопку, чтобы бросить предмет. Поразите метательным оружием до 3 врагов за раз. Ну это ладно. Надо крепче пока становиться. Остальное потом. Так, ну чё? Поторгуй со мной. Не хочет, ничего мне не даст даже. Жека. Ну ты сказал. Надо же, а. Ночная вылазка, это прям серьезно в этой игрухе. Здесь вам не тут. Добежал одним броском. Теперь я понимаю, что чувствовал Брейкинг, когда бежал той ночью. Это далеко не прогулка. Надо доложить ему ситуацию и сообщить, что антезин я достать не сумел. Как же противно врать всем в башне. Но с другой стороны, ВМГ работает ради общего блага. Чё-то я думаю, никакое там нафиг не благо будет. Чё-то какая-то подстава. Тимур, ты выучил так меня? Congrats, you survived the night. Too bad that run didn't work out. Рейд не удался. Ну да, не нашел я ничего. Тяжко, опять фризы. Жесткие. Reckon, come on. I mean, we need Anderson. I know, but buying from Rise, you can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. We didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Я ультра-супер разведчик, короче, оказался. Я и ночь пережил, правда, не с первой попытки, но они-то об этом не знают. Купить антизин у Раиса. Очко навыков выживаемости поднял. Ну, отлично.
Может быть, надо было, конечно, переночевать ночек. Ну, говорят, что я пережил ночь. Так, все кончено. Задание провалено. Из-за моих нанимателей. Теперь Брекен в таком отчаянии, что готов на сделку даже с дьяволом. Или с Раисом. Раз моя задача выяснить, не Раис ли похитил секретный документ ВМГ, то это прекрасные новости. Да, ну и, короче, и тем нормально. Особенно мне. Познакомьтесь с Раисом. Ну что ж, вот здесь мы, наверное, и закончим эту серию. Не забудьте короткий нож. Отлично, спасибо. Кстати, времени 9:42. Каждый день кладовщик будет выдавать вам бесплатные предметы. Если кончаются припасы, заходите к нему. Так, ну что там у меня с предметами, кстати? Может, я что-нибудь продать ему смогу? Нифига не продано. Он не покупает. Так, ты мне что скажешь? You know Alfie, right? He's our handyman. Sit in the workshop. Мастер на все руки. Crane, can you hear me? Слышу. Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's Listen, Crane, we all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get Antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the Antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? Right. Так, ну что, поторгуем? Чертеж ты мне хочешь подать? Силовой кабель. Так, а что я тебе могу продать? Продать все ценности. И что это? Все продастся? Жестянка. Обычная консервная банка. Годится для метательных снарядов. Ограниченное по времени предложение. Так, ну и что-то и... Типа из всего могу что-то сооружать, значит. Это интересно. Шокер. О! Годится для случаев, когда вы хотите с кем-то разобраться и при этом дать ему понять, что пули он недостоин. Или пули у вас просто-напросто закончились. У меня их и не было никогда. Так, шокер. Есть. Простой короткий ножик. А это я уже не могу собрать. Ну, что-то даже собрать умудрился. Круто. Отмычки, коктейль Молотова. Ракеты. Запустите одну из них, и ее увидит весь город. Вдобавок она будет держать на расстоянии мутантов. Пока вы находитесь в лучах света, двойная выгода. Почему они боятся, кстати, ракет? Не пойму. I've got a special deal for you. А я понял, что специально для меня все это подготовил. Ну что ж, дорогие друзья, вот и выход. Идем на улицу в ночь. Покачаться, так сказать. А вы давайте ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Играет Лорд Вуд на моем канале Железное Сердце. Мы играем, ничего не боясь. Вы только что это все видели. Надеюсь, вам тоже было страшно. Ну все, пока, до новых встреч. Magic people, voodoo people.